Здравствуйте, я Александр Герасименко, сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Как понимаете, зачитать не смогу, а по памяти воспроизведу. Вопросов было много на этой неделе. Понравился вопрос от Михаила, его и вспомню. Михаил спросил меня: Александр, вы рекомендуете продвигать бизнес с помощью видео? Да, Михаил, рекомендую настоятельно. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то секреты? А теперь отвечаю. Если вы до этого ваши видео не снимали и ваш бизнес не продвигали с помощью видео, то секреты вам вовсе не нужны. Вам нужно знать обыкновенную базу, азбуку. Азбука – это АБВГД. Вот с нее-то мы и начнем. АБВГД – это аббревиатура, каждый из которых представляет себе букву, которую вам необходимо соблюсти в съемке ваших видео. Буква А – адресуйте ваше видео одному конкретному человеку. Не нужно больше обращений к людям с броняка. Друзья, в этом видео я научу вас, вот этого не надо, не надо. Потому что первая стадия в продажах – это установить отношения с клиентом. И я хочу, чтобы с человеком, который меня обучает, у меня были отношения как один на один, как с моим другом. Я хочу ему доверять, у меня есть нужда в доверии. Доверие – это очень редкий продукт сегодня, и вам нужно научиться его создавать. Замечаете? Я снимаю большинство моих видео в машине, как сейчас, или даже в ресторане. Почему? Во-первых, мне так легче. Я общаюсь с вами сейчас, как будто вы мой друг, и сидите рядом со мной в машине. Либо вы сидите через столик от меня. И вам так легче, потому что вы так лучше меня воспринимаете. Я сейчас для вас – это не какой-нибудь там Александр Герасименко, стоящий на сцене в моем там пиджаке в галстуке, а нормальный человек, который рассказывает вам, чуть ли даже не по секрету, нужные для вас вещи. Поэтому буква А – адресуйте ваше видео одному конкретному человеку. Правило сегодня гласит: если вы говорите на тысячи, вас никто не слушает. Если вы говорите одному человеку, вас слушают тысячи. Дальше пошли. Буква «Б». Буква «Б» означает «быстрее, быстрее излагайте суть дела». Думали, почему фастфуд сегодня такой популярный? Почему? Не просто потому, что еда уже готовая вас ждет на прилавке, а потому что только вы откусили кусочек, он расщепляется до углеводов уже у вас во рту. Быстрое поступление калорий в организм. Люди хотят сегодня только калорий быстрых, всего быстро мы хотим. Есть такая фраза. По-английски так она гласит: «Time is the most precious commodity». Время – самый ценный товар. Люди это сегодня понимают. Поэтому не думайте, как вам растянуть ваши сообщения на длину вашего видео. Думайте, как вам ужать ваше видео. Частый вопрос – какой длины должно быть видео? Ровно такой длины, сколько вам будет нужно времени, чтобы лаконично выразить ваши мысли. И подчеркиваю «лаконично». Дальше пошли. А, Б, В. Следующая буква В. В – это выгода. Какая выгода людям вас слушать? Есть выгода? Слушаем. Нет выгоды? Не слушаем. Есть в английском интернете такой человек. Зовут его Crazy Russian Hacker. Сумасшедший русский хакер. Так он переводится на английский, на русский язык с английского. Это русский парень, который, во-первых, внешностью далек от молодого Ален Делона. Во-вторых, у него настолько thick accent, жирный, сильный акцент в английском языке, что я даже думаю, что, возможно, многие американцы его и не понимают. Но у него более 3 миллионов подписчиков. Вдумайтесь! Да ОРТ не все набирает такое количество телезрителей. Почему? Потому что он говорит полезные аудитории вещи. Я смотрел то, что он там записывает. В одном из видео он рассказывает, как сделать так, чтобы пакет с чипсами стоял на столе. Интересно. Интересно и полезно. Есть прямая выгода, поэтому люди его смотрят. Я снял видео около месяца назад, называется «Как побороть лень», где я рассказываю, как побороть лень. Оно тут же набрало 1000 просмотров, и они сейчас набираются все больше и больше. Почему? Да потому что все люди ленивы, и всем хочется знать, как им эту лень побороть. Это видео, как снимать видео для YouTube. Я знаю, что большинство людей стесняющиеся и трусливые даже. Хорошо, но это видео найдет свою аудиторию, и у этого видео для хорошего, понимающего бизнесмена есть огромнейшая выгода, поэтому я его снимаю. Далее пошли. А, Б, В, Г. Буква Г. Г – это ваш голос. Самый главный компонент информационного видео, а именно о них мы сейчас говорим, а не развлекательных видео, это звук, голос, которым вы говорите. Не означает, что вам нужно срочно обратиться к эксперту по постановке голоса, хотя если у вас есть с этим проблемы, обращайтесь обязательно. Самое главное, что звуковой компонент важнее, чем видеокартинка. Сейчас я снимаю это видео на камеру, которую просто держу в руке. Я могу это пошевелить даже. И микрофон, который меня снимает, находится прямо в камеру вмонтированный. Обычно, обратите внимание, на каждом из моих видео к рубашечке у меня прикреплен петельчатый микрофончик. Он берет звук, кодирует его и по радиоволнам передает его на ресивер на моей камере. Это очень хорошее оборудование. Производит его Sennheiser. Если вы собираетесь серьезно
снимать видео и рассматривать видеопродвижение как часть продвижения вашего бизнеса, вам нужно будет инвестировать в это деньги. Хорошая камера. Я снимаю на камеру Canon XA10, камера XA10. Сейчас она стоит около $1500. И микрофон Sennheiser дистанционный будет вам стоить что-то около $700. Это все очень быстро окупается, если вы этим оборудованием правильно пользуетесь. Итак, буква Г – голос, важная вещь. Дальше пошли. А, Б, В, Г, Д. Д – это действие. Ваши действия должны соответствовать вашим словам. Помню, в спикер-клубе выступал один из участников. Он рассказывал нам, как нужно воспитывать детей. Я его слушаю, думаю, боже мой, ну это не может быть правда, это какая-то ерунда. Спрашиваю его потом, а сколько у тебя своих детей? А у меня их нету, говорит он. У меня есть племянница, с которой я на эти выходные провел 2 часа. Дело даже не в том, что вы просто провалитесь, у вас не будет знаний, если вы это не делаете. Дело в том, что вы не можете вложить эмоциональный компонент в сказанное. Написанная информация и сказанное – разные вещи. Если вы это делаете, то в ваших словах будет звучать страсть, потому что вы это делаете, вы болеете проблемой. Другая важная вещь. Если вы это делаете сами, вы лучше понимаете нужды аудитории, и выгода, которую вы будете подчеркивать в вашем видео, будет больше соприкасаться с выгодой, которая нужна вашему потребителю. Делайте то, о чем говорите. Это повлияет на ваш рейтинг доверия. Сегодня доверие – это очень-очень такой компонент, находящийся в дефиците. Создавайте доверие, вам нужно будет научиться это делать. Резюмирую. Для того, чтобы снимать хорошее видео, секреты вам не нужны. Вам нужна будет азбука снятия хорошего видео. Хотите сделать на 100% хорошее видео? Приходите в спикер-клуб, научим. Сделать на 80-90% хорошее видео вам хватит азбуки. Азбука. Буква А. Адресуйте видео одному конкретному человеку. Буква Б. Быстрее излагайте суть дела. В. Выгода. Есть выгода? Мы вас слушаем. Нет выгоды? Переключаем на другой канал. Г. Голос. Голос и звук – это главный компонент видео, информационное видео. И последнее. Буква Д. Делайте то, чему обучаете других людей. Если вы сами этого не делаете, перестаньте обучать, потому что рано или поздно вам придется это сделать. Вас никто не будет слушать. С вами был я, Александр Герасименко. С ответом на такой вопрос, как продвигать себя на YouTube с помощью видео. До встречи.